Это было в начале прошлого года. Я ехал в метро и читал книжку про японскую архитектуру. Был период в моей жизни, оказался без работы и все время читал. Поднимаю глаза, а передо мной девушка. Слезы текут по щекам, по русым волосам, замочили куртку. Подруга, сидящая рядом, успокаивает ее. Что случилось? С парнем рассталась, погиб он на войне или просто сессию завалила. А на ВДНХ грохочет музыка, люди веселятся, встречают и провожают масленицу. Это была Магда. Так мы познакомились. Я никогда не спрашивал, отчего она тогда плакала, когда весь вагон веселый ехал с праздника. Я ведь до этого считал, что знакомиться в общественном месте невозможно. А тут как-то само все вышло. Мы просто жили вместе, не строили планов на далекое будущее, но мы любили друг друга. Магда вечно увлекалась этникой и эзотерикой, зависала на сайтах, ходила на практики и семинары, а еще любила детективы и нуары, и меня подсадила на них. Она часто, особенно первое время, говорила мне, что чувствует со мной защищенной, и это чувство младшей сестры ей нравилось. Потом я устроился на работу. Она съедала все мое время. Я не успевал читать, смотреть фильм. Только работа, только мысли о делах и проблемах. А по редким выходным одно желание – выспаться. Знаете, смешно теперь вспоминать. Всякий раз в начале недели мы планировали, обещали себе, что на выходной сходим в кино или в музей, на худой конец в кафешку. Но всякий раз наши обещания куда-то испарялись. И мы, как зомби, ходили по квартире, боясь выползти на свет или торчали в смартфонах до самого вечера. А потом что-то случилось. Мне стали сниться сны про отца и про Магду. Отца у меня давно нет, он умер. А тут стал часто приходить по ночам. И Магда тоже. И я никак не мог это понять и связать. Все ужасное приходит незаметно. Мы согласны. Отец всегда приходил полуживой, полумертвым. Это трудно объяснить. Так, словно я знал, что он мертв, а он в сгнившей одежде и в струпях не догадывался. Часто он молчал. Не надо. Во снах Магда мне изменяла. Было очень больно смотреть на это. От ужаса я просыпался и не сразу понимал, в какой я сейчас реальности. Эти сны забирали все мои силы, и однажды, сейчас я могу точно сказать, что у меня выработалось совершенно иное понимание вещей, которое больше меня отъединяет от всех других, чем предыдущий опыт. Стоп.